Солнечное затмение не скажется на полетах гражданских самолетов. Астрономическое явление не повлияет на работу аэронавигационного оборудования и бортовых систем. Об этом сообщили ТАСС в Росавиации. При этом пассажирам, которые будут находиться в воздухе, посчастливится увидеть наибольшие фазы этого явления. Представитель Росавиации также сообщил, что в момент затмения в районе Баренцева моря будут пролетать 3 самолета, следующие из Южной Кореи и Китая в Европу. Еще один самолет поднимется из Мурманска и специально будет кружить в зоне полного затмения над архипелагом Шпицберген. Чтобы его пассажиры, ученые, блогеры и журналисты смогли увидеть астрономические явления полностью.